А что в нашу контору пришел? 3 рубля. А не принесешь, будет 4. Да надоело быть шпаном. Хочу с пацанами. Ты его привел, ты с ним вставай. Спасибо. Пацан теперь с нами. За рожку заплатить бы. 3 рубля легковушка, так-то наша дорога. Атас, видны! Когда вернулся, вижу. Зубы на нас точат. И тут вы такие... Да! Да! Налетели на ровном месте пацанов, отмудохали ни за что. Мы улицы, мы одни в этом городе люди. Со стороны, черт знает, что происходит, и у вас в голове такой же бардак. Я тебя этому учила! Нельзя воровать! Они нас поодиночке сейчас будут вылавливать! Старший кто? Я. Говно на палке. Пацаны, вы поймите, здесь сейчас сильно очень все поменяется. Я что, отец скоро? А что ты дрожишь, ты стоишь? Ты, мать, с ума свел. Думаешь, твои пацаны спасут тебя, когда тонуть будешь? Мы всех в землю втопчем. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги.